Ученые предположили, что многослойная дымка – это фотохимический смог, что может говорить только о том, что на Плутоне есть своя атмосфера. НАСА обнародовала самый детальный снимок загадочной голубой дымки в атмосфере Плутона. Разрешение составляет 1 километр на пиксель. Цветопередача фотографии дымки в атмосфере Плутона примерно соответствует естественному цвету, отмечают ученые. Они считают, что многослойная дымка – это фотохимический смог, который состоит из разных углеводородов, включая ацетилен и этилен. Но это всего-навсего гадание на кофейной гуще. Многослойность атмосферы Плутона ученые выявили в сентябре прошлого года. На фотографии New Horizons они смогли выделить слабоконтрастные детали и увидеть, что в атмосфере карликовой планеты существует большое количество слоев дымки. Ранее НАСА обнаружила висячие долины Плутона, а также некий таинственный район на Плутоне. Я уверен, Плутон преподнесет еще много загадок. Мира вам и процветания. На сегодня все. Пока.